Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Кристофер Дэвид Уайт. Скульптор родился в 1972 году в Бальцано. Скульптор, работы которого выполнены преимущественно из глины. С большим вниманием к деталям, но часто кажется, что эти работы выполнены из гниющих кусков дерева, ржавого металла или других предметов в разных стадиях износа и разложения. Я цитирую данные, которые мне удалось найти в интернете. Такую схожесть, в кавычках, скульптор создает не случайно. Во-первых, в таком виде работы больше привлекает внимание своими неожиданными решениями. И во-вторых, они наполнены символизмом, показывают взаимоотношения между человечеством и природой, отвечая на вопрос, как эти отношения развиваются. В этих работах необычно сочетается реальность с вымыслом. Да и сами работы представляют из себя иллюзию, розыгрыш. Кажется, что они вырезаны из дерева, что эти корявые пеньки и коряги подобраны в лесу. Но этот материал совсем не дерево, а в основе работы исключительный талант Кристофера Дэвида Уайта имитировать текстуру дерева, работая в основном с глиной, воском и акрилом. О себе, о своем творчестве, отношении к природе он говорит так. Человек связан с природой так же, как кожа с корой, как корни с венами. Человечество неразрывно связано с миром природы. Наши биологические паттерны отражаются во всей Вселенной, от микро до макро, от нашей ДНК до космоса. И все же мы создали барьеры между собой и природой. Мы противопоставили себя этому миру, который поддерживает нас. Мы стали чужаками по отношению ко всему, что делает нас теми, кто мы есть. Моя текущая работа посвящена исследованию наших взаимоотношений с природой и того, как наше повседневное взаимодействие влияет на хрупкий баланс между человечеством и окружающей средой, как мы взаимодействуем с окружающим миром и воспринимаем его. Так говорит о своих работах Кристофер Дэвид Уайт. В настоящее время скульптор живет в США. Вот так вкратце, что мне удалось найти о скульпторе Кристофере Дэвид Уайт. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы.